Приветствую вас. Я Ольга Лайт-Перковская. Хочу презентовать вам свой лайтовый фестиваль. Лайтовый фестиваль я организую третий в этом году. Вот он как раз и закончился. Мы сейчас находимся на закрытии лайтового фестиваля. А для чего лайтовый фестиваль делается? Это дайджест направлений по психологии, эзотерике, музыке, танцам, ручному творчеству, всего того, чего вы можете научиться в Беларуси. Это место открытия, место интереса, место радости, место отдыха. Сюда можно приехать с семьей, потому что для детей организована отдельная большая программа. Сюда можно приехать одному, потому что на фестивале очень легко познакомиться, очень легко завести новые знакомства, новых друзей. Сюда можно приехать с профессиональными интересами, потому что фестиваль – это место, где хорошо можно презентовать свой продукт и, более того, узнать что-то новое, и, возможно, вы уже в следующем году сможете другим продуктом приехать на фестиваль. Поэтому я буду очень рада вас видеть на 4-м лайтовом фесте. Добро пожаловать!